Одна копейка серебром, 1843 год. Реверс монеты окружен вдоль канта ободком из точек. По центру между двумя декоративными розетками в виде цветков клевера прописан номинал монеты. Цифра 1. Под цифрой две строки надпись «Копейка серебром». Привязка к серебряному рублю. В нижней части реверса подразделителем в виде двух разнонаправленных стилизованных линий с ромбом посередине указан год чеканки 1843. В самом низу знак Екатеринбургского монетного двора, мелкобуквы Е.М. Екатеринбургская монета. На аверсе под большой имперской короной вензель Николая I в виде большой буквы Н, стилизованный, с римской цифрой 1 под ней. Аверс монеты окружен вдоль канта ободком из точек. Гурт гладкий. Монета отчеканена из меди. Выпускалась с 1839 по 1848 год. Вес монеты 10,24 грамма. Диаметр 27 миллиметров. Толщина около 2 миллиметров. Чеканилась на Екатеринбургском монетном дворе. Тиражом 12 520 000 штук. Средняя цена 1000 рублей. Конкретно эта монета куплена за 200 рублей.